Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про фараонову собаку. Высокий интеллект, доброжелательность и элегантность – все эти качества присущи фараоновой собаке, животному с запутанной, но интересной историей происхождения. По одной версии, прародители представителей породы сопровождали фараонов на охоте. Отсюда и название этих собак. По другой, фараоновые собаки были выведены на Мальте. Подтверждение этому – факт первого официального упоминания о представителях породы. Он датируется 1647 годом и встречается в трудах члена Мальтийского ордена. Порода фараоновая собака. Она у нас, конечно, добряк. Отличительная особенность, одна из самых известных особенностей, что у нее краснеет, ну, красный нос, и считается, что она умеет улыбаться. Вот. Но в целом она очень добрая порода. Со стороны, наверное, выглядит немного грозно, чуть-чуть совсем, но на самом деле она добрячка. Фараоновые собаки – изящные животные. Рост холки у представителей породы обычно составляет от 53 до 63 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 18 до 27 килограммов. Стандартом породы в качестве окраса признаны все оттенки оранжевого. Допускаются белые пятна на пальцах, белое пятно на груди и на кончике хвоста. Фараоновые собаки – добрые, ласковые животные. Они очень привязаны к семье, в которой живут. Представители породы любят играть с детьми. С другими питомцами могут ужиться, если росли вместе с ними. С детьми отлично. Никаких, у меня двое мальчиков, никаких сложностей абсолютно нет. И с точки зрения содержания двух собак вместе, тоже, в принципе, все в порядке. Да, Джон? Уход за фараоновой собакой не представляет особых трудностей. Это очень чистоплотные животные, которые мало линяют и не имеют заметного запаха. При содержании представителей породы особое внимание необходимо уделять состоянию шерсти, глаз, ушей, зубов и когтей животного. Кроме этого, нельзя забывать о регулярных физических нагрузках питомца. Считается, что порода аллергичная, может быть, на какие-то средства, но мы ни разу не сталкивались ни с какими сложностями. Линяет совсем чуть-чуть. Особенностей питания как таковых нет, просто здоровое, хорошее питание, хороший качественный корм, либо натуральная пища. Ну, вот мы приняли для себя решение, что будем кормить натуральным кормом. Мы с мужем бегаем по утрам, поэтому она получает достаточно физические нагрузки. Это охотничья собака, они охотятся за кроликами. Поэтому однозначно ей нужны длительные прогулки, мне кажется, как и другим тоже породам. Вот, поэтому, и кроме того, мы живем за городом, поэтому она получает очень много воздуха и движений. Средняя продолжительность жизни фараоновой собаки составляет от 11 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!